На связи Арбат Хоумс, и у нас для вас просто шикарная новость, потому что с 13 по 15 октября Арбат Хоумс во главе с Асым Баштугом будут находиться в Москве и проводить индивидуальные встречи. Мы обсудим такие вопросы, как приобрести недвижимость в Турции, как сдавать ее в аренду, как получить вид на жительство и как стать инвестором для Турции. Эти вопросы и многие другие мы обсудим на индивидуальных встречах, поэтому просьба обращаться по этому номеру телефона и записываться заранее. Привет, друзья! На связи Арбат Хоумс, меня зовут Никита, и сегодня у нас на обзоре новый, очень интересный проект. К нам поступает очень много запросов. Говорят, ребята, пожалуйста, ну какой-то проект, чтобы все было рядом. И это район ТДЖ. Это город Мерсин, здесь транспортная развязка, здесь большое количество инфраструктуры. Здесь в октябре начнутся полеты второго в Турции аэропорта. Рейсы уже назначены на январь, поэтому ТДЖ, город Мерсин, пляж 400 метров до моря. Побежали смотреть! Но пока мы с вами идем наши 400 метров до проекта, я забыл вам рассказать о кафе, которое здесь находится. Район ТДЖ очень сильно развивается, и вот это милое такое кафе, оно сделало такую свою лаунж-зону на берегу. Очень красиво, шезлонги, можно посидеть красиво, попить каких-нибудь напитков, посмотреть на море и... Это то, что мне нравится в ТДЖ, он постоянно развивается. Здесь даже есть русскоязычный садик, русскоязычный салон красоты. Выпуски о них на нашем канале выходили. Посмотрите, если еще этого не сделали. Ну а мы продолжим идти до проекта. Ну и, друзья, давайте буду подтверждать свои слова о инфраструктуре. Вот мы сейчас с вами находимся в магазине русскоязычном. Здесь есть от пельменей до знакомых шпротов, кириешек, вообще в конфет. И если вам как-то захотелось немного вкусить знакомой пищи, вот этот магазин с точностью удовлетворит все ваши запросы. А почему вообще в нем? Потому что мы буквально вот так делаем разворот, и проект уже вон там, друзья. Тут я не знаю сколько, ну метров, наверное, 100. Это проект 55-30, квартира 1+1, 65 квадратных метров. Давайте посмотрим, что находится непосредственно на территории этого комплекса. Вот мы с вами и на территории комплекса. Погодка становится чок-гузель. Уже чуть-чуть ветерка появляется. Главный плюс этого комплекса в том, что к нему подведен газ. ТДЖ газифицирован, инфраструктура есть, все это есть. Но что есть на территории комплекса? Открытый бассейн, зона барбекю. Прямо сейчас делают прогулочные дорожки здесь. Есть игровая площадка, парковка и беседка. Вся эта инфраструктура вот здесь, я надеюсь, скоро наполнится бассейн. Все квартиры, как я уже говорил, 1+1, 65 квадратных метров. Все, хватит мне говорить бла-бла-бла-бла. Давайте конкретно посмотрим на квартиру. Погнали! Так как из нашего тандема я и оператор, у оператора храбрости больше, чем у меня, вот этот восхитительный вид, который позади меня, ну вон там вы видите, да, оператор покажет сам, а я, пожалуй, посмотрю, какое наполнение у квартиры 1+1. Все, теперь я в квартире, теперь я в безопасности, и давайте погнали уже более детально разбирать. Значит, 1+1, 65 квадратов, будет комплектоваться кухонным гарнитуром, столешницей, будет вся сантехника, также шкаф гардеробная. Давайте пройдем вот сюда, посмотрим на этот шкаф. Вот он стоит в прихожей, довольно вместительный, действительно, на небольшую семью его будет достаточно. И вот заметьте, какой удобный коридор, то есть сразу вот санузел, ванная, вот здесь спальня и там у нас кухня плюс основная комната. Санузел уже частично практически сделан, как я понимаю, последние буквально доработки. Я напоминаю, что вся сантехника будет использована первого класса, как и фурнитура тоже первого класса. Ну и забыли вот маленький нюанс, смотрите. Здесь есть технический балкон. Он небольшой, но, ну смотрите, сколько здесь, я не знаю, сколько здесь метров, но он очень удобный и функциональный. Здесь можно как сушить белье, так и
О, я только сейчас это увидел. Вы посмотрите, это же вид на горы. Вы понимаете, это там море, здесь горы. И вот та самая транспортная развязка, за которой так любят район ТДЖ. Здесь буквально минут 20-25 на машине до центра Мерсина. По вот этой развязке еще быстрее можно доехать в интересные локации. Здесь будет у нас аэропорт с октября, я уже говорил. Ну и квартира 1+1. Давайте посмотрим, какие-то, может быть, мы мелочи еще найдем интересные. Мы сейчас с оператором провели эксперимент. Мы открыли в спальне дверь, и так протягивается. Тут можно прям жить без кондиционера. Это все потому, что интересная планировка. В общем, на этаже 6 квартир. 2 угловые, 4 посередине. И очень хорошо из-за этого протягивается, прям великолепно. Но застройщик сказал, никому ни в коем случае в пляжный сезон здесь от жары не умирать. Поэтому 2 кондиционера, выводы под кондиционеры уже есть. Ну а зимой, да, город Мерсин, да, конечно же, очень тепло. Но тем не менее, если вы любите жаркие квартиры, напоминаю, мы находимся в ТДЖ. Вот он. Вот, это вывод уже под газ. Хотите, подключайте, хотите, не подключайте. Район ТДЖ газифицирован, и действительно в квартирах будет очень тепло зимами. Ну, а если вас заинтересовал этот проект, то номер на экране. Обращайтесь к нашим менеджерам и Arbat Homes. Живите у моря!